200 граммов амфетамина изъяли у ранее судимого уроженца Владимирской области сотрудники люберецкой полиции. Мужчину задержали инспекторы ДПС, когда он передвигался на такси в деревне Торбеево. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 228. В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Вы ранее судимы? Да. По какой статье? 161-1, 161-2. То есть по грабежу, да? Да. А в Люберцах что делали? Пожаловку. Небольшой период времени.